Подводный праздник по случаю приближения Нового года устроили дайверы на Байкале. Елку они попытались изобразить собственными телами, ухватившись за трос. Предварительно водолазы украсили свое снаряжение мишурой. Дерево получилось не идеальным, но это их не смутило. Вода, по мнению дайверов, в Байкале теплая, плюс 2 градуса, тогда как на улице минус 10. Южный Байкал в это время еще не замерзает, поэтому иркутские водолазы перед Новым годом традиционно проводят подобные акции.